Приветствую вас на канале Мастер Бобров, с вами Виталий. Продолжаю тему бутылкорез теория и практика. Не мог пройти мимо от бутылкореза с шайбами. Просто два самореза, шайбы и лезвия, закрученные на какую-нибудь плоскую основу, можно даже на бросок. Итак, по теоретическим данным, тут получается такое очень широкое направляющее. В принципе, нет боковой поддержки, лезвие стоит поперек или даже можно, возможно, под углом. Говорит о том, что это неточный всеядный бутылкорез. То есть он предназначен для нарезки там каких-то рифленых бутылок и так далее. Дальнейшие его модернизации, там какие я пытался сделать, очень многие провалились. Ну, единственная вещь, которая возможно будет использоваться, здесь был включен саморез, я тут ставлю спичку. Данным бутылкорезом он очень легко запоминается, также очень легко делается, то есть непонятно, почему он популярный. Было перерезано куча бутылок, проводились эксперименты, платформа неплохая, но эксперименты некоторые провалились. Итак, показываю, как мне уже получилось им пользоваться. Я решил его использовать таким вот образом. То есть, ну, тут упорчик. Так. У меня площадка не закреплена. И вытяжка в эту сторону. Я думаю, дальше продолжать не стоит, но смысл в том, что он нарезает. Как бы хотелось бы ожидать от него больше точности, но не точности по выравниванию лент, но он все равно становится здесь на плоскость, опирается только передней стороной, и выравнивание минимальное, хотя оно есть. Всего получилось вот столько-то ленты, очень быстро и качественно. Из недостатков к нему стоит из плотной толстой бутылки. Из недостатков стоит отнестись к тому, что лезвие у меня довольно часто выскакивало, то есть фиксация лезвия довольно плохая, широкий пропил, как бы иногда бутылка заедала, где бы это так показать, ну просто заедала и заклинивала, ну есть такая штука. Пользоваться данным бутылкорезом очень удобно и неплохая платформа для начала экспериментов. По поводу эксперимента, который я ставил тут и упоры. Также была попытка установить штырь. Задние упоры. Использовать грузики. Направляющие для повышения точности. Вот тут такая. Ну, все в итоге эти мои эксперименты в совокупности не привели к желаемым результатам. Ну, а на этом пока все. Используйте, если есть возможность. Спасибо за внимание. Пока.